Здрасте, здрасте, мои дорогие зрители! Вы на канале «Со мной с Надеждой», и сегодня у нас снова будет видео о растениях. И я вам как-то говорила, что я вам расскажу о своей замечательной находке, о своем растении-любимце, с которым я познакомилась только в прошлом году, и то совсем случайно. Сейчас я расскажу эту историю. И растение это называется калоцефалус. Посмотрите, какое оно красивое. Вот оно у меня вот в таком горшочке. Я сейчас поднесу его поближе, и вы можете его рассмотреть. Растение, оно с такими серенькими веточками, с красивым дихотомическим ветвлением. Что такое дихотомическое ветвление? Когда из одной веточки как бы выходит другая веточка. Вот. И растение, которое я совсем неправильно посадила в этом году. Но что ж, на ошибках учатся. Оно соседствовало с другими растениями. Было прикрыто пол вегетативного периода листьями другого растения, поэтому оно у меня не очень хорошо подросло. Но, слава богу, выжило. И я вот перенесла его в дом, и видите, в дому вот сейчас он уже дает более такие зелененькие побеги. Вот видите, вот он, видно, что он живой, мой калоцефалус, и дает такие живые побеги. Ну что, начнем, где же я откопала такое редкое растение. Растение настолько редкое, что вы можете его не встретить в каталогах про цветочные растения. Вот, и встретила я его, когда я делала ландшафтный дизайн у своей одноклассницы. Он, у нее был этот калоцефалус посажен рядом с петунией, терракотовой петунией, и он дал вот такую вот небольшую кучку вот таких вот зелененьких палочек. Такая композиция смотрелась, знаете, как-то даже, я бы не сказала хорошо, странновато, потому что для калоцефалуса, наверное, все-таки будет лучше, когда он разрастется сам большой, и снизу что-то такое небольшое, вниз висящее, ампельное, может быть, какая-то лобелия синенькая, вот, тогда он будет такую гармоничную, красивую делать композицию. Дальше. Долго я не могла узнать вообще название этого растения, и я во всех видео показывала его и говорила: подскажите мне, пожалуйста, подскажите мне, пожалуйста, подскажите мне, пожалуйста. И я не знаю, кто из вас, но кто-то нашелся, этот добрый человек, который подсказал это растение, название этого растения. И я еще раз повторяю, его название очень красивое — калоцефалус. Вот, и что я узнала, естественно, у нас же теперь Google, и можно загуглить все, что угодно, и что я узнала про это растение. Во-первых, это растение, оно зимует из тех, которые зимуют в комнате. То есть оно погуляется на улицу, красиво у нас украсит наш двор, а на зиму мы его должны пересадить в горшочек и перенести к себе в дом, потому что оно не любит заморозков, не выдерживает заморозков. Дальше. Это растение, оно цветет, мало того, что оно образует такую вот красивую шапку сереньких таких веточек, оно еще цветет бледно-розовым и белым цветом. На концах образуется огромное количество цветочков, и оно цветет. У меня, правда, оно не цвело. Но я хочу сказать, что я в позапрошлом году, мне досталась только вот одна малюсенькая вот такая вот веточка. И вот эту веточку я еле сохраняла. У меня, вернее, было три веточки, две погибло, вот одна веточка осталась. Вот, и из этого, вот, из этой одной веточки мне удалось сохранить вот это большое растение. Поэтому, может быть, из-за того, что у меня неудачная посадка была, неудачно оно
соседствовало еще с другими растениями, оно не показало своих цветочков. Дальше. И у этого растения, у меня, например, оно по размерам достигает, ну, сантиметров где-то, я так думаю, 20. Вот сейчас оно у меня в горшочке по высоте, но сантиметров 20. В одной литературе, не то что литература, вот на ютубе я видео смотрела, девочка говорила, что оно у меня вырастает 30 сантиметров, шапочка такая. А в других литературах я про него читала, что оно вырастает вот таким огромным шаром до метра. Представляете, какая была эта красота, если бы оно выросло до метра. Но я вот попробую расчеренковать его весной и для одного из растений не посадить его в катку, а посадить, сделать рыхлый грунт и посадить его отдельно от всех растений, чтобы посмотреть, какую максимальную высоту он может, значит, нарастить себе. Вот этот калоцефалус. И что ж, для чего нам такое растение? Ну, во-первых, вот это растение, оно очень будет красиво украшать альпийские горки. Вот на альпийской горке, я так думаю, среди камней оно будет смотреться просто изумительно. Дальше. Значит, растение калоцефалус еще очень хорошо используется для подвесных кашпо. Вместе с теми растениями, например, с бакоппой ампельной, с лобелией, как я уже говорила, то есть с теми ниспадающими растениями, которые вот вниз образуют свои плети, а сверху калоцефалус образует свой шар. Вот. И также еще вот это растение можно посадить и либо поставить в какие-то кадочки в хвойных ракариях. Понимаете? Теперь у нас вот хвойные есть и желтого цвета, есть хвойные голубого цвета, есть хвойные зеленого цвета. Красненького я уже вам показывала, что мы можем добавить при помощи, например, каких-то барбарисов краснолистных. А вот серый цвет, вот такой вот прям сизый цвет, как исландский мох, нам поможет туда внести вот это растение калоцефалус. Так что, дорогие мои зрители, ищите у себя в магазинах, на своих цветочных каких-то рыночках вот такое растение. И теперь мы имеем ему название, знаем его название, и нам легче будет поспрашивать про него. Потому что, когда не знаешь название, то очень трудно найти это растение. Так, я думаю, что какие-то магазины, которые занимаются новинками, вот, они внедряют новые растения в ландшафтный дизайн. Вот, и я также буду его беречь, я очень его люблю, оно мне очень нравится, и я его, конечно же, почеренкую, постараюсь почеренковать. А для того, чтобы оно побыстрее подрастало, пока оно у меня стоит на подоконнике, ну, вообще-то я его уже поставлю под лампу. Я клубневую свою бегонию с сегодняшнего дня включаю лампы на подсветку и поставлю свой калоцефалус под лампы для того, чтобы он быстрее подрастал. И еще, калоцефалус любит фосфорные удобрения. Но я думаю, что не только фосфорные удобрения, в литературе было написано, я думаю, что он любит комплексные удобрения для комнатных цветов. Вот этими удобрениями я его и подкормлю. Вот такая у меня сегодня, такое у меня садовое приключение. Завтра я начну сеять ампельную петунию, ну и там еще посмотрю какие-то семена. И завтра хочу с вами порассуждать. Вот буду сеять и буду рассуждать, хорошо ли жить на пенсии, потому что существует очень много разных мнений на этот счет. Напишите свое мнение, может, кто-то
Может, кто-то напишет, и вот я прочитаю в этом видео, в следующем видео. Вот завтра у нас такая тема, хорошо ли жить на пенсии. Вот, ну что ж, а теперь пора прощаться. Буду заниматься другими делами. Меня ждет английский язык. Для того, чтобы работать на Etsy, надо заниматься английским. Ну все, не забудьте моему цветочку поставить лайк. Я думаю, он этого достоин. Пока. И подпишитесь, кто впервые ко мне заглянул.